подтверждение. Два часа бесплатной парковки при наличии подтверждения. Я пришел получить подтверждение. Вы потрясающий. Что вы сказали? У вас удивительное лицо. У вас такие мужественные черты лица. Вам кто-нибудь раньше говорил об этом? Нет. Тогда послушайте меня. Вы выглядите немного расстроенным. И вам может казаться, что иногда люди вас не понимают. Но однажды, поверьте мне, однажды люди наконец-то увидят, какой вы на самом деле. Вы правда так считаете? Однозначно. Вы замечательный. Можно мне подтверждение, пожалуйста? Мэм, вы прекрасны. У вас такие удивительные скулы. Правда? Чрезвычайная ситуация. Где? Что, черт возьми, происходит? У вас столько жизненного опыта, который не ценят другие люди, но вы-то знаете, да благословит вас. Это не посетители магазина, они пришли, чтобы увидеться с ним. Сэр, в отличной форме. Ненадолго. Молодой человек, у нас тут бизнес, а не клуб по интересам. Надо же, какой у вас замечательный костюм. Он вам так идет? Вы так думаете? Парни, вы так тяжело работаете. Да тут на вас только все и держится. Я всегда говорил, что никто нас не ценит. Да, мы тяжело работаем. Но кажется, как будто никому это не... Нет! То, что вы делаете, это так важно. Знаешь, я думаю, босс захочет с тобой встретиться. Вы молодец. Вы обеспечиваете сотни рабочих мест, что позволяет обеспечивать сотни семей. Это огромная заслуга. Это так приятно слышать. Я в большинстве случаев чувствую, что люди этого не признают. Я просто большой, плохой человек из ада. Совсем нет. Вы благо. Знаешь, у меня есть пару людей, которые, я думаю, захотят с тобой встретиться. Мистер Президент, не важно, что люди говорят, у вас по-прежнему отличный удар в гольфе. Да благословит тебя Бог. У вас шикарные усы. Я уверен, Том Селлик, например, смотрит на вас и завидует. Я не шучу. Спасибо. На здоровье. Мир между Израилем и Палестиной. Работник парковки помогает провести переговоры. Улыбнись. Бум стоматологии. Работник парковки задает новый тренд. Хью Ньюман. Человек, который меняет мир с помощью бесплатной парковки и бесплатных комплиментов. Это такое большое облегчение. У вас закончилась лицензия, сэр. Вот почему вы так хороши в том, что вы делаете. Вы так убедительны. Правда? Вы в самом деле так думаете? Хью, в чем ваш секрет? Мне просто нравится видеть, как люди улыбаются. Кажется, в мире нет ни одного человека, которого Хью Ньюман не заставит улыбнуться. Следующий! Абсолютно запрещены улыбки, ухмылки, юмор или общая веселость. Никто не улыбается на фотографии на водительские права, сэр. Это запрещено. Следующий! Следующий! Вы такая утонченная. Следующий! Виктория. Какое прекрасное имя. Следующий!
Вы так хорошо заботитесь о своем оборудовании. Они должны быть счастливы, что вы у них работаете. Мы закрываемся, сэр. Виктория. Я просто хотел увидеть вашу улыбку. Спокойной ночи, сэр. А где я могу получить? Мы не даем подтверждений, сэр. Следующий! Они подходят к вашим глазам. Вроде как. У вас самые прекрасные глаза, которые я когда-либо видел. Следующий. И вы питаетесь здоровой пищей. Это значит, что вы хорошо заботитесь о своем организме. И это прекрасно. А как вы заботитесь о своей собаке? Вы гуляете с ней 4 часа кряду. Большинство людей не делают это, а вы так о ней заботитесь. Вы когда-нибудь улыбались? Да. Когда? Когда я была маленькой девочкой. О, готов спорить, у вас была прекрасная улыбка. Что с ней случилось? Следующий! Похож на кого-то, кого вы знаете? Следующий. Они черно-белые. Следующий. Следующий! Я просто хотел увидеть вашу улыбку. Извините. Следующий! Поставьте, пожалуйста, подтверждение. Вы в норме, я думаю. В норме? Вы сказали в норме? Да, вы в порядке. Разве вам нечего больше сказать? А смысл? Уведомление о закрытии. Эй, простите. Извините. Вы не могли бы сделать фото? Спасибо, вы нам очень поможете. Мы тут впервые. Улыбочка. Это что, настоящая улыбка? Вы любите друг друга? У вас отпуск, вы путешествуете по миру. Это супер. Как бы я хотел попутешествовать по миру с моей любимой женщиной. И чтобы кто-то сфотографировал ее, улыбающуюся по-настоящему. Ребята, у вас есть все поводы улыбаться. Вы прекрасны. Вы замечательны. Замрите, вот так. Вот это я понимаю, улыбка. Давайте еще раз. Супер. И еще раз. Красота. Смотрите друг на друга. Фантастическое фото. Что вы больше всего любите в вашей жене? Она принимает меня, несмотря на все то, что знает обо мне. Где вы познакомились? Вы такие классные, ребят. Я прошу прощения. Но вы извлекаете из людей наиболее искренние улыбки, которые я только видел. Вы бы не хотели подзаработать, снимая такие вот штуки? Ребят, простите, что вмешиваюсь. Вы такая красивая пара. Вы модели? Нет. А хотите ими стать? У вас самые красивые глаза, какие я когда-либо видел. Извините, ваши глаза, они прекрасны, вы прекрасны, и ваше платье подходит к вашим глазам идеально. А можно? Хорошо. Что вы любите больше всего в мире? Свою дочку. У нее самая красивая улыбка. Ой,
Добрый день, я пришел на чистку. Меня зовут Хью Ньюман. Добрый день, Хью. Пишите сюда, пожалуйста, номер ваших водительских прав. Конечно. Добрый день. Здравствуйте. Как вы... Вы же улыбаетесь? Она... Вы... Извините, сэр, а где Виктория? Она не работает, она уволена. Следующий! Уволена? За что? Они улыбались. Посмотрите на это! Это она сделала, смотри! Они все улыбаются! Ужасные фото, отвратительные! Где она? Фото на паспорт. Вы прекрасны. Вы так здорово повеселитесь в этом отпуске. А какие удивительные истории вы будете рассказывать по возвращении? Не могу дождаться. Я всегда хотела увидеть Париж. Я не понимаю. Я перепробовал все. Что случилось? Когда я была маленькой девочкой, моя мама серьезно заболела. И так и не выздоровела. Все эти годы она так грустила, что разучилась улыбаться. И видя ее такой, я тоже не могла улыбаться. Я не улыбалась. Много лет. Потом однажды к ней подошел один молодой человек и сказал ей, какая она красивая. Такая красивая, что он захотел ее сфотографировать. Он заставил ее улыбнуться. И внезапно, спустя столько лет, ей стало лучше. Я знала, что это был ты. Я тебя везде искала, но не смогла найти. Я обошла все гаражи, оплатила все парковки, но не смогла найти тебя. Ты платила за парковку ради меня? Да. Потому что ты замечательный. Ты удивительный. Никто никогда мне этого раньше не говорил.